Поэтому можно с уверенностью сказать, такой боевой машины для воздушно-десантных войск. Демонстрирует свои навыки расчета 2-й гаубичной артиллерийской батареи. Командир взвода гвардии лейтенант Лукин Александр Николаевич. Командир орудия гвардии старшина Наренков Алексей Николаевич. Старший сержант. После осмотра места и снятия маскировочного слоя с подозрительного предмета становится ясно, что взрывоопасный предмет. Наружные верхние блоки, прямые боковые удары руками и ногами, удары коленами. Спасибо.